здравствуйте, уважаемые клиенты. Очередной обзор от завода «Ханна», город Набережные Челны. Сегодня у нас трамбовочный каток шириной 4 метра. Ширина захвата здесь 4 метра. Центральный у нас, сам каток состоит из трех частей. Центральный каток получается шириной 2 метра. И около метра с каждой стороны еще по 2 катка. Общий захват, рабочий захват прямо по дискам 4 метра. Фактически размер, соответственно, чуть больше, даже шире. Конструкция у нас, в общем, состоит из рамы. Основная вот эта вот рама. Две боковые рамы, которые складываются за счет двух гидроцилиндров. С каждой стороны по два гидроцилиндра. Вот левая и правая сторона. И, соответственно, на раму закреплены еще с двух сторон два катка и центральный каток. Крепление происходит за счет опорных подшипников. Здесь СКФные. 212, по-моему, подшипники. Диаметр здесь 60 мм, достаточно диаметр. Плюс фиксирующий болтом, все закрыто. Здесь она цельная ось по всей длине проходит, мощная ось. Здесь вот узел есть, чтобы можно было заливать воду. Съемный вот такой вот узел, крышка. Чтобы можно было залить и воду, и песок, и так далее, и масло, и так далее. Толщина здесь металла везде минимум 12 мм. Толстый металл, материал ГСК. Диаметр трубы здесь 720-я труба. Фактически диаметр уже по ободу, рабочий диаметр 1 метр, 1000 миллиметров. Как я уже говорил, везде проушины 12-12, везде ребра усиления. Все рассчитано, с огромным запасом все сделано. Гидроцилиндры мощные здесь. Диаметр штока 50-й, диаметр поршня 80-й. Пальцы с ШС-кой здесь 40 миллиметров. Везде пресс-масленки для подачи смазки. Крепежный узел здесь съемный. То есть вот эта пластина, она отдельно крепится. Мы ее можем сделать под любой трактор. Разные крепления, разные варианты и так далее. Вперед-назад ее можно переставлять. Сзади еще можно закрепить. Тяговое устройство можно поставить. Крепление для тракторов 3-4 категории здесь. Пальцы нижние 50. Можно переставлять, ширину регулировать. Верхние, соответственно, 45 мм. Как я уже говорил, гидроцилиндры уже испытанные годами наши. Куновские гидроцилиндры. По ним нареканий нет. Гидравлика здесь мощная. Рукава БРС-ка здесь все в комплекте. Они уже упакованы, просто не показаны. Узел тяжелый, мощный. Вес около 2,5 тонн. Без воды, без песка. С водой и с песком уже чуть больше 4 тонн. Вес здесь приличный, большой. Ну, в принципе, это так и должен быть каток. Вот сзади у нее такая же рама, опорные ножки, отверстия для крепления спереди и сзади. Наши логотипы, пальцы со стопорами, чтобы не проворачивалось. Стопор, пресс-масленка, с другой стороны пальцы затянуты гайкой М20. Шайбы усиленные, закрытые. Все по правилам сделано, все правильно. Светоотражающие ленты спереди, сзади и по бокам. Вот еще раз общий вид. Сверху вот дополнительно еще труба приварена, чтобы можно было разгрузить. То есть дополнительный упор внутри вот этого ребра усиления, ребра жесткости. Такие же варианты делаем. Двухметровые, трехметровые. Вот этот вот четырехметровый складывающийся вариант. Полная информация есть на нашем сайте hanma.ru. Находимся в городе Набережные Челны, Татарстан. Отправляем по регионам. Разными транспортными компаниями можем организовать доставку до вашего населенного пункта. Следите за нашими товарами, подписывайтесь, заходите на наш сайт. Благодарим за внимание. До свидания.